Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 28 апреля. Вот такой у нас сегодняшний магазин. Ну, вы подпишитесь и поставьте лайк. Окей, ребят, нам оставили, ну, отряд, уровни, вот это. Вот эмоции. Ну, звездный скин, это мазор, лейзер. Ну и вот это нам добавили. Ну да, ну короче, добавили манию, а у мании есть 3 стиля. Новых 2 стиля, вот такой. Прикольно, что добавили стили, но мне что-то прическа не заходит. Но что стили, мне понравилось. Как видите, еще штаны подсветкой меняют и татуха. Вот. Было бы прикольно, если бы сделали бы стиль в шлеме и еще без маски. Вот, потом у нас, короче, легенда видеоигр, эмоция мини-кар в передвижении 16 сезона. Вот эмоция Rocket League. Rocket League. Эмоция неплохая, она мне зашла, только я не знаю, покупать, не покупать. Вот. Мания, потом у нас багровые клинки, и багровые клинки только это и рюкзак. Вот, ну в принципе, за 100 баксов, ну 100 баксов за рюкзак, вот, так неплохо за 600, так если бы я отдельно продавала за 800, но я бы взял типа за 500. Было бы нормально за 500. И еще какой-то комплектик мания, и вот очки рычки, например. Вот так будет. Они стоят, да, так они стоят 1400. А так, что поставили, например, за 1100 баксов, за 1000 баксов. Вот. Было бы топ. Если был бы такой пак, я потом эти кирки мог бы приблизительно купить за 400 баксов. Потому что если у меня есть этот пак, ну если был бы такой, короче, пак, как вот этот, видите, скидка 1200 баксов, например, если был бы какой-то весь пак, тогда может бы это, так как у меня скин был, кирки были бы чуть-чуть дешевле. Окей, достаньте багровые клинки из 600 весь твою еще украшение на спину, если используете оба предмета. Ну это вроде бы типа, когда вы используете кирки, они у вас в руках, когда вы их не используете, вроде бы появляется на спине. Это прикольно. Прикольно, прикольно. Я думаю, покупать эти кирки или не покупать. Все-таки эффекты прикольно, потому что они двойные. Двойные кирки мне не особо не нравятся. Какие-то да, какие-то нет. Вот потом украшение солдатик 9 сезона стильного убора. Вот на одну руку кирки. Либо когда ты меняешь как левиафан. С руки тоже неплохо. А двойной, ну так себе. Зеленый стиль, серый стиль и классный. Игрушный солдатик, потом пластмассовый пехотинец 9 сезона сильного выбора. Зеленый, серый и красный. И потом у нас оберка. Обертки игрушечных солдатиков. Вот.
зеленый пластик, серый пластик и красный пластик. 400 баксов в три горки. Вот такое. Вот красный, мне кажется, слишком яркий. Ну, такое. Были как какой-то оранжевый. Оранжевый такой. Черный оранжевый. Вот этот серый, ну, прикольный тут будет. Зеленый, ну, более-менее. Комплект, короче, птица лова. 1200 баксов скидка. А так скидка стоит 1500, дуплан 1200 и киркало 700. Птица лов. Из этого сезона. Потом убийственная клетка. Потом бритвенное крыло. Вот я говорю, видите, вот эта кирка, типа, она на одну руку. Вот, видите, как левиафан. Какие кирки мне нравятся, например. Потом стальной ворон. Прикольно, что пигим делали, что можешь показывать, как бьет кирка. Вот. А теперь это кирки то не, жрать нельзя. Только с динарными. Ну, эти типа тоже. Ну, там эти на две руки. Будем называть это кирка обычная, пусть будет, знаете, это на две руки, а это где левиафан? А левиафан одинарный. Вот, как вот это, ну, пусть будет то одинарный. На одну руку только, вот это тоже на одну руку, а вот это, а, левиафан не покажут, жалко. Вот. А потом початок, сильно выбор, у меня внешний вид. Попкорн лопается при получении урона. По умолчанию не меняет внешний вид. И попкорн. И стрелок Бруто 10 сезона, неплохой скин. Он мне нравится, я его перекупил. Вот, он без стилев, было бы прикольно, что шлем бы снимался. Вот. И я тогда в 10 сезоне перекупил себе вот этот скин. Здесь. Ну, еще я уже был Бруто, я помню. И да, пацан, мне раньше нравился, только сейчас не особо мне нравится, но тоже сойдет. Сейчас мне больше нравится вот это. Похудее и так далее. Да, вот этот скин вчера вышел, но я его купил в 10-м. И вот этот, видите, как он называется, вот, подрывник. Вот этот скин выходил только один раз в 8-м сезоне, не в 9-м, в 8-м, да, в 8-м. И говорят, что этот скин недавно ходил, видите, да, вот этот скин. Вы можете, например, попутаться с вот этим скином. Вот. Потом подсолнух 8-м сезоном. Хотя да, почему подрывник не выходит? Странно. Кресло-качалка, ребят, 14 сезона. Кто знает историю про почему я купил подрывника, то красавчики.
Эта эмоция прикольная, она мне нравится. Как мы все помним, ауды и так далее, у нас раньше была такая, короче, пластинка под дежурдус, была такая, короче, круглая штука, где писала «Б» в баксы. Вот. Это вот, короче, называется твист. Ну, кажется, там был такой кружочек, там, где персонажи стояли. На нем. Либо танцевали и так далее. Сладость победы 14 сезона. Сейчас подождите, сейчас будет более-менее музыка. После вот этой. Ну вот так типа. Вот как видите, у скин тоже нет пластинки, они все стоят типа на вот этой синей, ну на этом синем полу. Вот, короче, Неймар. Испытания вышли так за видео. Так. Вот так. Вот так. И что еще у нас? Если зайдем в творку, вот так будет. Такие новости. 8/8. Окей, ребят, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Не забывайте, что 1700 подписчиков разгорает 400 баксов. Не забывайте меня поддерживать, пожалуйста, в магазине предметов. Буду очень благодарен. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока, удачи.